Какие требования в подготовке 3D-модели к дополненной реальности? Размеры текстуры должны быть не больше 2048 на 2048, так как это является оптимальным размером текстуры для отображения на мобильных устройствах. Обязательно наличие UV-развертки. Необходимо запекать текстуру. Размеры модели сопоставимы с реальными размерами в реальном мире. Если вы, к примеру, хотите сделать вазу высотой 30 см, делайте вазу в 3D-пакете высотой 30 см. И необходимо контролировать общее количество полигонов не более 100 тысяч. Вы можете сделать больше 100 тысяч, но это усложнит возможность просмотра 3D-модельки, так как или это будет дольше загружаться, или на некоторых телефонах может вообще не отобразиться.